Здорово, народ, с вами снова я, Макс, и сегодня моя поделка – это очередная кормушка. Она, в принципе, готова. Пока все сидят на карантине, я продолжаю работать в мастерской и делать свои проекты. Эта кормушка уходит в детский садик. Она по конструкции проще, чем первая, но сделана с любовью для братьев наших меньших. Это я о птичках. Кормушка была сделана из кусочков фанеры и остатков линолеума. Систему крепления я тоже предусмотрел, но как поступят воспитатели, я не знаю, это будет на их усмотрение. Я так полагаю, что это моя не последняя кормушка, и предстоит, наверное, еще сделать много разных кормушек. Стану, наверное, скоро мастером по кормушкам, ибо вкусов, дизайнов кормушек огромное множество, их предостаточно. Сам процесс вы увидите далее в ролике, а что могу, всем могу пожелать только удачи и творческих успехов во всех начинаниях. Все, всем спасибо и пока.